Ульяновский госпиталь ветеранов войн получил безвозмездную помощь от общественной организации бизнесменов. Предприниматели Ульяновской области объединились для главного – помощи врачам во время пандемии COVID-19. Все пожелания медицинских работников были услышаны и учтены. Поступила просьба именно от госпиталя о том, что есть потребность в канцелярских товарах и бутилированной воде. Бутилированная вода в количестве 200 литров была поставлена ранее, а сегодня мы предоставили 100 защитных костюмов второй степени защиты для работы в красной зоне. Также маски, респираторы и канцелярские товары. В рамках акции «Спасибо врачам» при поддержке ульяновских предпринимателей удалось собрать почти 150 тысяч рублей. Все эти средства пойдут на закупку необходимых средств для медицинского персонала больниц. Предприниматели региона на благотворительной основе готовы предоставить все необходимое, чтобы облегчить работу врачей. И мы понимаем о том, что сейчас не хватает порой элементарных вещей, связанных с ведением деятельности, потому что в начале бюджетного периода в прошлом году никто не предполагал таком большом потоке пациентов, и, конечно, возникают определенные вопросы и проблемы. Ежедневно от жителей города поступает помощь медицинскому персоналу. Люди объединяются, чтобы помочь медсестрам, врачам и другим сотрудникам сферы здравоохранения. Простой житель города Ульяновска созвал такую акцию, значит, пригласил жителей других, собрали денежные средства и необходимые пульсоксиметры, которые нам нужны были, очень необходимы. Также средства индивидуальной защиты. Взамен на свою помощь люди получают главное – искреннюю благодарность и улыбку врачей. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Новости УлПравда ТВ.